чемпионы вокруг нас на коньках не катаются. Но герои России внимательно слушают. В цирке вот 24 июля нас, наверное, тоже не будет. Ну, если уж вас из сценария вычеркнут. Но зато у нас есть, так сказать, поводы, места и компании, чтобы, так сказать, собираться и вот вместе проводить время. Это очень здорово. Песни, ну, наверное, да, я вот начну с одной из тех, которые для меня оказалась важной, такой вот моей, так и для многих тоже оказалась. Здоровьем, отказом от игр с детьми я грез, но есть понимание того, что количество мест в новой ноевой лодке не безгранично. Стесняться не надо бы слез. Мое, мне кажется, это мое. Мыться, верить и все же пытаться успеть. Мое, чувствую, это мое. Только молчать, но сегодня вам сегодня спеть. Отдых сомнительный, вдруг оказаться на койке в районной больнице. После сирены и борьбы отказаться тишины. Видеть в окно незнакомых, но жаждущих кровью делиться. Плачем своим ощущением новой войны. Начинаются с ее, отдельные части несут молодых организмов. Мое, я тоже пошел бы в наем в свою контору, чтобы прекратить этот бизнес. Но есть оправдание, Господь забирает тех, кто может быть с ним. Лукавому тоже всегда не хватает, и в этом библейский экстрим. Мы с вами остались, мы толком не дрались, со злом у себя внутри. Работа души не всегда ее крик. Пусть хрустнет душ, мы готовы залезть в глубину интернет. Ты, получив мою мыло, в ответ написал: окей. Мы созвонили, смеялись, полночи ты палец про это. Завтра мы встретимся, рыбы-пресники. Мое, пахнет весной белье. То, что за стеном на сегодня не стоит. Мое, ты знаешь, будем вдвоем. Полдень нам невозможно, мы выживем вместе. Спросил, залетев в жилье. Теперь-то ты понял, что здесь на земле твое. Мое твердо стоя.